after these creatures strike, they become safe to interact with.
Дьявол идет. What are you up to? Whoa!
the portal creators recalibrated the portal away from Earth and back to the alien homeworld. And the Russians were afraid of what might be on the other side. Из-за колебаний энергетической мощности, которую мы впервые наблюдали прошлой зимой, мы были не в состоянии пользоваться порталом. После несчастного случая мы решили подождать несколько недель и посмотреть, не стабилизируется ли портал. Этого не произошло. Более того, прошло уже много месяцев с тех пор, как мы могли отправить кого-нибудь через него. И вот вчера, когда я проверял это устройство, я стал свидетелем чего-то, что меня в одинаковой степени взволновало и ужаснуло. Сквозь мерцающий свет портала, на какое-то короткое мгновение, я увидел фантастический инопланетный мир с невероятными архитектурными сооружениями. Похоже, что строители портала перенастроили его на новую цель — их родную планету. Теперь нам лучше не стоит и пытаться путешествовать сквозь него.
like the Russians didn't survive. Yeah, these skeletons are creeping me out. В надежде, что когда-нибудь эта запись будет услышана, и наша миссия на этой планете будет понята. Это была мирная миссия. Мы обнаружили в Сибири портал 22 года назад, в 1974 году. Это загадочное устройство могло мгновенно перемещать людей и машины с Земли сквозь пространство прямо на поверхность этой планеты. Планета имела очень богатую биосферу, необычную и в то же время прекрасную, а также атмосферу, благоприятную для жизни. Было решено, что Союз должен застолбить для себя этот мир. Поэтому самое удивительное открытие в истории человечества держалось в тайне. Наши лидеры хотели построить новое, идеальное советское общество. И так, в довольно короткое время, мы основали колонию, насчитывающую сотни людей. Вначале эта планета была очень многообещающей. Но спустя несколько месяцев команда наших ученых обнаружила, что местная растительная жизнь стала вымирать. Мы невольно завезли вирус, который убивал похожую на мох субстанцию, покрывавшую поверхность планеты. Эти организмы были основным источником питания местных растений. И когда они вымерли, вместе с ними вымерла и жизнь на всей планете. То есть вымерло большинство жизненных форм. Некоторые организмы остались, и они подверглись ужасным мутациям. Они жадны до любой пищи. Мы потеряли почти всю нашу колонию по милости этих существ. Даже в данный момент, когда я делаю эту запись, они подступаются к нам. Мы отошли к самой высокой точке восточного ущелья. Мы надеялись добраться до древних электростанций. Но это слишком опасно. Я не знаю, как долго мы сможем продержаться. Thank you.
this what the Russians were trying to reach? This must have been a spectacular forest.
These must have been the portal creators.